Виджито риши кобаю вирадант муно стурагам жайя жатанти янту мати лолому фаю кидо вясана сатамрито самбхаю горос чаранам манья иваджа сантакрита корно дара жалудху. Сисила Бхакти Сидданто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told, bonded soul can exhibit. Сисила Бхакти Сидданто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что обусловленная душа, она может предаться до того момента, пока не затрагиваются ее собственные интересы. То есть обусловленная душа, она может предаться лотосным стопам гуру вайшнавов до того момента, пока его этой обусловленной души собственные интересы не, как сказать, не задеваются. И Шрила Прабхупада говорит, то в этом случае, если какие-то личные интересы, они, как сказать, страдают, то начинается непонимание, возмущение и борьба со своим грудовым. И это такое состояние, в котором находится этот материальный мир. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит очень красиво то, что вот этими словами, что мы должны думать снова и снова об этом. Если у нас нет никакого понимания насчет этих слов, о том, что душа нас китается во множество, вот на протяжении бесконечного времени, обусловленная душа, она путешествует по различным мирам, рождаясь, умирая, так рождаясь, умирая снова и снова, вот так находясь в этом цикле рождения и смерти. И Шанкарачарья, хотя он написал Сиддханту Майавады, но он сам Шанкар. И вот Шанкарачарья говорит: Пунарупи жананам, пунарупи маранам, пунарупи матри джатхаре саянам. Again, one jivatma taking birth into the womb of mother. Эта душа дживатма, она опять рождается из чрева матери, потом так живет, опять умирает, опять рождается, и Кришнадас Кавирадж Госвами, он говорит нам суть всех шастр о том, что и только по великой удаче эта душа может встретиться с саду, с гуру, с помощью которых она может прекратить этот непрекращающийся цикл рождения и смерти. И Туласидас Госвами, он говорит такие слова, что без милости саду и гуру невозможно получить милость Рамы. И в Бхагаватам те же самые слова говорятся. В Бхагаватам говорится: в Шримад Бхагаватам говорится, что можно обрести сатсангу, это не шутки, это не так легко. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, вы должны слушать внимательно. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что иногда мы приходим к саду по милости Кришны или по милости по нашему накопленному прежнему сукрити, но не всегда мы можем осознать, что он настоящий саду, и так мы продолжаем жить своей обычной жизнью. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы не поймете саду, не осознаете, что настоящий святой, это тоже проблема. И тогда
And again, one who is not sadhu, ну, как сказать, ничего не, как, не получите благо такого саду, которого не узнаете. И в другом случае, если вы примете за святого того человека, который совершенно не является святым, он может выглядеть так как-то, его могут во всем мире принимать за святого, но тут, но он не является им, то есть вы тоже ничего от него не получите, будете обмануты. И на самом деле это вопрос нашей великой удачи, можем ли мы обрести сатсангу и как обрести не просто сатсангу, а еще и благо от этой сатсанги. What you can do? То есть что мы с ней будем делать? Сатсанга means? Сатсанга значит. Сатсанга, how you can understand? Как можно понять, что мы обретаем сатсангу, святое общение? Главный признак это изменение в нашем сердце. Если мы придем к какому-то настоящему святому, если он даже ничего не говорит, просто под его воздействием влияет. То есть, то, что, если он что-то говорит, то есть он не говорит пустые слова, он говорит то, что осознал, то, что делает в своей жизни. Если вы приблизитесь к такому истинному святому, то вы почувствуете какую-то реакцию в сердце, изменение. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. Meet with trouble, both way. If you misunderstand the sadhu, если вы настоящего саду не поймете, не осознаете, кто он, или примете какого-то не настоящего ложного за настоящего, то никакого блага не обретете от этого. И вот та шлока, с которой я начал, она очень важна. Она это шлока из Бхагаватам. Mind is compared with mad horse. Что ум он сравнивается с сумасшедшей, с бешеной лошадью. Mind is compared with mad horse. Or in Gita, или в Гите Бхагаван Шри Кришна сравнивает ум с ветром. Вы знаете? Like wind, strong wind. С сильным ветром. И Арджун говорит, что практически невозможно контролировать ум. Как? А Кришна говорит, да, ты прав. Это практически невозможно, но все же возможно. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, о, Арджун, да, это практически невозможно, ты прав. Но это возможно. But still, it is possible. How? Но сложно. Но и как же? И Бхагаван Шри Кришна говорит. You go on practicing. Ты практикуй. Абьяс-йог, be careful. Абьяс-йог only can be done under the guidance of a pure sadhu. Может совершаться только под руководством садхгуру. Если вы будете практиковать эту, как сказать, абьяс-йогу без связи с гуру и вайшнавами, то это подобно пародии будет. То есть вы благо не обретете от этого, вы должны практиковать эту абьяс-йогу только в связи с, имея связь с настоящими гуру и вайшнавами. Вчера я говорил об этом уже, еще раз повторю, то, что говорит Рупа Госвами. I discuss this point. Anna vilasita sunyam jnana karmadi anabritam anukullena krishnanu suranam bhakti uttama. If you like to get uttama bhakti, если вы хотите обрести uttama bhakti, чистейшую преданность, что говорить о ананта уджвала расе, я завтра об этом буду говорить. What to speak? What Jiva Goswami was speaking? Что говорит Джива Госвами? Я могу показать то, что он говорит, пункт за пунктом. Не все интересуются этим, а я завтра принесу книгу, редактированную Шрилой Кеша Госвами Махараджи и Шрилой Прабхупады, и покажу, что там описывается. И вот, если вы практикуете абьяс-йогу, абьяс-йога, она эффективна, когда вы следуете вашему Гурудеву полностью. Я вчера говорил об анартхах очень, ну, как сказать, такая сложная глава была.
anartha, we can go mad. But actually what to do? If you have даже если у нас нет желания, даже какой-то запах от желания, то есть некие такие мельчайшие привязанность к чему-то, то нужно и от этого избавиться. Что говорить об асакте, даже не просто какие-то посторонние желания, даже запах этих посторонних желаний не должно быть. В нашем сердце, наше сердце должно полностью находиться в гармонии с сердцем Садхгуру. И Шрила Прабхупад говорил, полностью, то есть наше сердце должно быть полностью очищенное, быть в полной гармонии с сердцем Гурудева. На самом деле, обрести, контролировать наш ум, это очень возможно. Вот в английском это next to impossible, то есть практически невозможно, но все же это возможно. И Бхагаван Шри Кришна говорит, что все-таки можно контролировать ее ум. И как? Под руководством Садхгуру. Шикшагуру или Дикшагуру, если наш Дикшагуру ушел из этого мира, то много случаев я могу привести вам, что какой-то вот ученик, например, не мог получить полную милость от Гурудева, он пытался, но когда Гурудев ушел из этого мира, то впоследствии этот ученик, он получает милость от того Гурудева, что он может осветить весь мир. Не думайте, что Гурудев умер. Гурудев, он видит вас, он смотрит, чем вы занимаетесь, все ваши действия, каждый шаг. Он видит, что мы хотим. Если наш Гурудев Садхгуру, он увидит, что мы искренне, серьезны, то тогда, несомненно, он благословит нас. Big question, big issue, big fighting going on about Guru Parampara. Насчет Гуру Парампары идет много споров. About Guru Parampara, big fighting, isn't it? You can go everywhere, all the time. Это практически везде такие споры происходят. And Jiva Goswami Pada, this что говорит? Он говорит очень научно. Баладев Видьябушан пишет. Баладев Видьябушан writing. If in Guru Parampara, если в нашей Гуру Парампаре, если какой-то, как сказать, промежуток, то есть разрыв Гуру Парампары, то что делать? Поскольку наша Гуру Парампара должна течь непрерывно. И поэтому Шрила Прабхупад, он дал нам такое представление, есть мантра Парампара и Бхагават Парампара. Он это все синхронизировал, но опять же и гармонизировал, но никто не может понять, насколько это научно и прекрасно. Если у нас нет связи, и если наш Гурудев не имеет связи с Гуру Парампарой, то тогда как мы не сможем получить милость? Мы должны находиться в этом потоке Бхактивинодары. Шрила Прабхупад, он снова и снова говорит об этом. You must try to understand. Вы должны пытаться понять различие между Бхактивинодарой и то, что не является Бхактивинодарой, линией Парампары Шрилы Бхактивинода Тхакура. Вы должны понять эту тонкую разницу. Шрила Прабхупад говорит, это зовется настоящая сатсанга. Чтобы понять разницу между Бхактивинодарой и Абхактивинодарой, то есть то, что не является Бхактивинодарой, это есть настоящая сатсанга. Сатсанга значит... Сатсанга значит избежать асатсанги. И вот в этой шлоке говорится, что сатсанга – это значит избегать асатсанги. Это есть настоящее поведение Вайшнава. То есть вы должны, если вы избегаете сатсанги, это тоже глупо. То есть сатсанга значит
избегание асад санги, иначе вы опять падете. То есть вы можете стать в этом случае, если вы избегаете асад санги, либо майавади, либо просто куда-то не туда пойти. Поскольку то есть просто избегать асад-санги это мало, но нужно еще стремиться к должной настоящей асад-санге. Вот это слова царя Мучукунды. И Кришнадас говорит, Кайраш Госвами тоже самое говорит. И Мучукунда те же самые слова говорит, что если мы встретимся с бхактой, с преданным, с настоящим преданным, то тогда наше сердце может измениться, вся наша жизнь изменится, наши мысли и все остальное. То есть до тех пор, пока мы не встретимся с настоящим преданным Ачьюты, то есть до тех пор будем так рождаться и умирать. И а в том случае, если такая удачливая душа встретится с настоящим преданным, то она сможет избавиться от оков майи. А Рупа Госвами что говорит нам? Вот эти слова в намаштике. Если вы хотите совершать Кришна Баджан, да? Но так много у вас самомнение. Вы хотите совершать Кришна-баджан, вы знаете, что такое Кришна-баджан? Можете ли вы совершать Кали-баджан? Нет, Дашан Кали нельзя получить, если даже пойти на, в крематорий пытаться что-то делать, то... Я вот знаю человека, он совершал вот баджан Камаки на протяжении 4 лет, вот в этом, рядом с Кундой у Камаки. Then they become give darshan. И вот он обрел даршан деви, это камаки. Hello. Yoga Maya. Yoga Maya для нас. Because, you поскольку, know, вот, например, в случае с Гопакумаром, это камаки надала мантру Гопакумара, то есть она тоже в нашей преемственности каким-то образом находится. И вот Мучукунда говорит. И вот душа путешествует по различным мирам, и когда она только встретится с саду, она может избавиться от оков майи. И совершая сатсангу, совершая баджан, она может выйти из влияние этого материального мира и достичь Голоки. Если вы хотите совершать Кришна Баджан, вы должны быть очень и очень внимательны. Поскольку так много людей, так, они совершают баджан, но не могут пересечь реку Вираджу. Вот, они опять возвращаются в этот мир. Но если вы будете совершать баджан таким образом, как Гопакумар, он все выше и выше возвышался, и он смог пересечь эту Вираджу реку на границе духовного и материального мира. Раджа значит двигата раджа. То есть все мельчайшие. На санскрите вот это значит, что это река
мы, прежде чем войти в этот духовный мир, нужно принять омовение в этой реке, и тогда наша душа, она полностью очистится от мельчайшего осквернения, и тогда, после этого, мы можем войти на Садашивлоку, это практически Вайкунтха уже. И вот вы должны быть очень внимательны насчет вашей цели. Шрила Прабхупад говорит, что если ваша цель не определена, то что говорить об успехе в достижении этой цели, если ваша цель не определена? А если вы уже решили в своей жизни, что вам нужно? Вы поставили цель перед собой умереть, сделать или умереть, как, например, в Индии раньше было движение за освобождение Индии, и эти люди, которые принимали там освобождение, они готовы были умереть за свою страну. Они готовы были освободить страну свою или умереть, и много так погибли в освобождении Индии. Но когда мы приходим к Гурудеву, мы говорим на словах, что мы готовы как бы все сделать для Гурудева, но практически далеко не все готовы делать то, что говорят. Поскольку следовать Гурудеву, служить Гурудеву, это как не так просто, как кажется. Вот Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж, он спрашивал у преданных, можете ли вы прикоснуться к шалограмму и сказать, что я хочу только, мне нужно только Кришна, ничего иного, но никто не мог сделать этого. Поэтому нам не нужно думать об анартхах, если мы следуем садгуру, но далеко не все смогут это делать. И вот это вираджа значит, что мы должны очиститься полностью в этой реке. Но согласно Сиддханте Сичитани Махапрабху, вы можете обрести все через санкиртан. То, что Гуру Махарадж, он что хотел сказать мне. Однажды я спросил Гуру Махараджа, о Махарадж, те саньяси брамачари, они критикуют меня, что я не проповедую и то и все. И вот он спросил меня, что такое проповедь? Что значит проповедь? Что ты думаешь об этом? Я хочу узнать. И под именем Юкта Вайраги, если мы следуем это негативным образом, это плохо. Юкта Вайраги, она есть, но под именем Юкта Вайраги, если мы, ну, мы неправильно ее понимаем, то because Prabhupada told, you see, what Prabhupada told, prana chajar sehetu prasad. Но Шрила Прабхупад, он сказал вот эти слова, что если у нас есть жизнь, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит вот эти слова. Prana chajar means, Бхактивинода Тхакур speaking, shikhai saranagati bhaktir prana. Saranagati. And Prabhupada also speaking that if you Шрила Прабхупад, он также говорит, что если мы не примем Юкта Вайраги, то мы запросто можем попасть в ад. И Шрила Прабхупад в своей поэме Вайшнаваке он говорит, кто есть Вайшнав. It is there. Otherwise, if actually Prabhupada writing this, you will have to go for preaching this that Yukta Vairaga, otherwise in problem. The I asked Guru Maharaj about. И вот я спросил Гурудева насчет этого, что он думает. И Гурудев ответил: смотри.
пускай они делают то, что делают, но мое решение таково. Если ты совершаешь настоящий баджан, Гурудев сказал мне, если ты совершаешь настоящий совершенный баджан, то тогда автоматически, смотри, люди не сами придут к тебе. Гурудев, он дал мне, привел такой пример, что в каком-то саду, например, растут ароматные цветы, и садовнику и цветам не нужно приглашать пчел, а пчелы сами прилетают, чтобы собрать мед с этих цветов. И Гурудев привел такой пример. These words. First line, forget. I can remember, no problem. Prabhupada, who is Vaishnava this time? Actually, Guru Maharaj speaking. И вот Гуру Махарадж сказал, что если ты совершаешь настоящий баджан, то автоматически ты можешь видеть, что люди сами приходят к тебе, тебе не нужно их приглашать. И перед Рупа Госвами, под Джива Госвами, смотрите, что происходило. Санатан Госвами, весь мир знает их. Проповедь значит утвердиться в Сиданте, в Ачаране, в поведении Шри Чайтаньи Махапрабху. Что значит проповедь? Проповедь значит то, что мы должны утвердиться в Сиданте Гуранги Махапрабху, Ачар Ачаране. Ачар Почар Намер Короха Дви Карджо, Туми Сарва Гуру, Туми Жагати Радж. Arjo. Main thing. What is the vital point with one Vaishnava is there? И что главное в Vaishnava? Is established in acharan or not? Vaishnava, то, что он утвердился в ачаране или нет. То есть, если он следует ачару, он автоматически проповедует уже. You can see preaching Krishna. People can come in front of you. Я видел, что какой-то саду ничего не говорит, просто совершает баджан, но люди приходят к нему сами, тысячи людей. Но если вы говорите, даете наставление людям, это тоже хорошо. Вот у Гурудева кто-то попросил разрешения, могу ли я ехать на проповедь. И Махарадж сказал, а что за проповедь, совершай баджан. Если у вас нет собственности, что вы можете дать кому-то, если у вас ничего нет, вы без копейки, если какой-то попрошайка просит вас что-то, если у вас самого ничего нету, что вы ему можете дать? Вот так и с проповедью. Если у вас нету ничего, то что вы можете дать людям? И на самом деле Гурупад Падма говорил так, и я однажды спросил его, мы читали о анугате, о преданности, иногда мы слышали от разных саду, но я хочу узнать, что значит преданность одним словом. Я хочу узнать пример этого, чтобы понять более ясно. Я вот спросил Гурудева. И Гурудев ответил, смотри, что там. Это вот ваша саньяс данда. И что? Но саньяс данда, она... То есть данда, она... Смотри, если я поставлю так, она будет стоять. Если положу, будет лежать. Если куда-то перемещу, она будет там. Вот это есть пример шаранагати.
что нет, у нас не должно быть никаких желаний посторонних. Мы должны полностью на 100% предаться. И у нас не должно быть никакой, как сказать, корысти, никаких желаний, никаких личных мотивов. Мы не можем сказать, что мы это хотим, мы это не хотим. А в Бхагаватам говорится. Бхагаватам говорится. И вот Гуру Махарадж привел такой пример. Подобно животному, если мы пойдем на базар, купим какое-то животное, то есть, если это животное потом привести к себе домой или там еще куда-то на поле привязать его, то вы можете его там не кормить, и но что это животное может сказать вам? Максимум будет там, как сказать, звуки какие-то издавать, но что оно может сделать? И Гуру Махарадж говорит, вот Бхагаватам говорится в этой шлоке, подобно же животному, когда его кому-то продадут, и когда оно приходит к новому хозяину, оно уже, как сказать, принадлежит и зависит от того нового хозяина. Если этот хозяин будет кормить или поить, то это животное будет, соответственно, принимать. Если не будет, то будет, это, сказать, страдать под лучами солнца или еще где. И вот наше самопредание, если мы хотим определить, я хочу объяснить, что значит самопредание. Это очень такие, как сказать, далеко не все могут понять это объяснение, то, что говорит Джива Госвами. Я завтра могу привести примеры. Вишвана Чакравати Пада Бхактина Такура, то, что они говорят о Шаранагати. Гуру Махарадж говорил, смотри, во времена Шрилы Прабхупады было такое правило, что каждый должен следовать Гурудеву полностью. Подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху не мог потерпеть, если кто-то не следовал чему-то. Вот, например, какой-то старший преданный пришел. If you want to take the total teachings of Chaitanya Mahaprabhu, кто-то не выразил должного почтения, то Махапрабху не мог потерпеть этого. You cannot find. То есть можно изучать Чайтанья Чаритамриту, но не всегда можно понять учение, которое говорится, о том учении, которое говорится в Чайтанья Чаритамрите. То есть Чайтанья Махапрабху каждую часть секунды, все, что он делал, это нуждается в объяснении, чтобы понять, для чего это. То есть он делал это все, чтобы дать нам идеальный пример, но далеко не все могут это все понять и принять. Если я, например, спрошу вас, как Сваруп Госвами был признан лидером всей Гаудия Сампрадая, где-то, как бы, внешне, как бы, можно 10 лет изучать, но каждый день, но не найти такого примера, чтобы здесь Махапрабху сказал Сваруп Госвами, что он, как сказать, должен быть лидером всего Гаудия Вайшнавизма. Мы как бы читали Чайтанья Бхагавату много раз, но не видели этого. Это как бы, иногда между строк написано, но не все могут увидеть это. Если я, например, дам вам очень много цветов, целый там склад цветов, если я попрошу вас, что из этих цветов сделать меду, даже если там будет там вагон разных цветов, то если попросить нас сделать мед из этого вагона цветов, то возможно ли это для нас? Любые эти инструменты и прочее, это невозможно будет. Почему?
поскольку это единственная обязанность пчел, они могут извлечь мед из цветов. Нужно пойти к пчелам и зависеть от этих пчел. Они могут собрать мед для нас. Мед как бы там есть, но мы его не видим и не можем извлечь из цветов. И только пчелы они могут извлечь этот мед из цветов для нас. И также Писание, есть огромное количество писаний Шабдашастры, целый бесконечный океан. И поэтому Шринивасачарья говорит такие слова. Почему? И Читания Махапрабху говорит, что если слушать Майаваде, то все будет потеряно. А если получить даршан Майаваде, потом нужно принять омовение в Ганге вместе с одеждой. Но что делать, если вот был в Харидваре, там от него Майаваде, сколько ж мы можем мыться. Но нужно понять, что Шри Чайтанья Махапрабху говорит. То есть, да, я следую наставлению Шри Чайтанья Махапрабху, и если вижу какую-то Майаваде, я смотрю на солнце, вспоминаю лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху или Гурудева, это тоже одно из видов омовения, солнечное омовение, либо... То есть есть несколько видов омовения, омовения в реке, в океане, в пыли с лотосных стоп Господа, в воздухом, либо солнечных лучах, либо мантрами. Мантра снан есть такое, такое омовение тоже. То есть внешне, внутренне нужно поддерживать чистоту. И те, кто находится на уровне Парамахамса, они могут внешне следовать или не всегда могут следовать, но они всегда помнят о лотосных стопах Господа в своем сердце. Но для тех, кто практикует, для них внешнее, то есть это, как сказать, я об этом могу долгое время говорить, месяцы за месяцами, что делаешь вот эти правила чистоты. Это очень, как сказать, сложная тема. Я вчера говорил о этих правилах и запретах. Прямых и косвенных. И вот но можно видеть, что Шрила Кешава Госвами Махарадж или Шрила Прабхупада, они изучали писание Майявады. Но зачем? Чтобы разгромить их Сиддханту. Но Махапрабху говорил, что не нужно изучать Майявады, запрета запрещено, иначе можно пасть. Так много случаев уже было. Почему, когда, когда мои дети, как сказать, ездят тут, ну, туда и сюда, по тем местам, которые не нужно посещать, то я, мне, как сказать, неприятно от этого. И те, кто не могут контролировать свои чувства, свой ум, они... постоянно попадают какие-то проблемы. Вот один преданный, например, он с силой взял, как сказать, принял саньяса от Гурудева. И после этого он думал, что он великий проповедник, я не хочу назвать его имени, но суть того, что случилось, я рассказываю. И вот он проповедовал, ездил по разным местам, думал, что он великий знаток Сиддханты, и вот так доехал до Урупи, и там его переспорили. И он потерял веру в Шрилу Прабхупаду и принял так точку зрения Майявады. И в итоге он так потерял веру и ушел, женился так, и, ну, и оставил свою саньясу. Это не один случай. Много случаев таких, но это, как сказать, не наша сегодняшняя тема.
И вот, находясь в обусловленном состоянии, в писаниях говорится, Бхагаватам Вишванача Каватипад говорит, находясь в обусловленном состоянии, не пытайтесь дружить ни с кем, как сказать, посторонними. Если я объясню это долгое время займет. И вот, находясь в обусловленном состоянии, не пытайтесь дружить с всеми, поскольку вы можете пасть, поскольку вы не знаете, что есть что. At least 2 lakh rupees you can waste, but you are not going to get one drop of honey. То есть просто ездить по разным местам, толку от этого нету. Но те, кто по-настоящему разумные, они думают о результате того, что они делают. Как, например, вы преданные приехали в Индию со своей страны, вы должны думать о том, какое благо вы получите здесь. Какую суть, какое благо вы обретете с вашей поездки. То есть просто ходить, слушать везде подряд, это не мало. Это не Дама Даршан. Как Шрила Бхакти Валлабх Госвами Махарадж, он никогда не говорил таким образом, когда Шрила Бхакти Памодпури Госвами Махарадж, он вел парикраму Вриндавана, то какие-то преданные начали гневаться, что Шрила Пури Госвами Махарадж всегда поздно опаздывает, всегда задерживается. А когда мы же на обед опоздаем, и когда Бхакти Лапчихта Госвами Махарадж услышал это, сказал, что идите, а мы будем за ним следовать, мы будем медленно идти за ним, поскольку Махарадж может показать нам, что есть настоящая дхамма, поскольку нашими собственными усилиями мы не можем получить даршан дхаммы. Going outside me, I'm Jani, he's going to lose some faith. He's developing faith. When going outside, I 100%. From heart, my heart reflection is losing faith. Readily, I look at face, I can understand. I know. This is the condition. Many devotees, they are hearing Bhakti Balatitya Goswami Maharaj. I heard so many devotees, very intelligent devotees. Like one devotee is he is a disciple of Siddha Goswami Maharaj from France. What name? Bindu Madhav. Bindu Madhav and me discussing in Calcutta Mall. Вот однажды, вот, например, Бинду Мадов у меня спрашивал давно достаточно. Now Bindu Madhav speaking. Потом. И вот он говорил, что Бхакти Валлабх Тирта Госвами Махарадж всем давал точное лекарство от их болезней. Как, например, кто-то приходил к нему, а Шрила Бхакти Валлабх Тирта Госвами Махарадж, он давал совершенное лекарство. А почему я говорю? Поскольку весь мир, он одурачен, он идет не туда, куда нужно. Если вы не будете следовать тому, как сказать, следовать настоящему пути, то что толку говорить об этом? Но, и вот Бинду Мадав говорил мне, и я сказал, да, я знаю, но далеко не все могут понять это. Они хотят перепрыгнуть куда-то, сделать там, ну, что-то другое. А Шрила Бхакти Валлабх Тирта Госвами Махарадж, он давал совершенное лекарство всем. То, что нужно. Именно он давал идеальные советы в каждом индивидуальном случае. Например, если вы болеете холерой, пришли к доктору, а он вам от тифа лекарство дает, то что толку от такого доктора? И это есть настоящий гуру. И Гурудев говорил, что в всей своей жизни мы видели, что учение Шрилы Прабхупады, оно очень строгое, очень точное. То есть, если вы не хотите находиться под руководством Гуру Вайшнавов, то что толку приходить ко мне? И вот Гурудев, он привел пример с Дандой.
Но далеко не все могут понять, и тот день, в который вы поймете, то, о чем я говорю, то ваше сердце, оно расцветет подобно цветку, и вы осознаете все, все величие. Гаудия Матха, то сокровище, которое ждет нас в Гаудия Матхе, далеко не каждый может понять и принять это, какое великое сокровище ожидает нас. То, что хотел дать нам Шрила Прабхупад, но у нас нет способности принять это сокровище. Шрила Прабхупад хотел даровать нам этот дар, но далеко не все способны его принять. И вот та причина, ради которой Шрила Прабхупад явился в этот мир, то но не смог найти тех, кто может принять этот дар. Гуру Махарадж всегда говорил только о том, что сказал Шрила Прабхупада. Все время он говорил о Шриле Прабхупаде. Неважно, кто, если мы, кто приходил к его комнату, даже когда он давал дикшу, он говорил: «Я не ваш гуру, я не ваш гуру». Что Шрила Прабхупад, он Джагадгуру, подобно цветку, когда я предлагаю его лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, и также я делаю, вы все цветы, я собрал, собираю вас и предлагаю лотосным стопам Шрила Прабхупада, ваш Гурудев Шрила Прабхупад. И Гурудев говорил такие слова, что я не ваш гуру. Вот Шрила Прабхупад, он ваш настоящий гуру. Прабхупад, он Джагадгуру. Он много раз говорил так. Что значит Тринадапи? Я могу объяснять это долгое время, но лучше, если вы пойдете к Шриле Бхакти Валабхи Тирти Гасвами Махараджу, это живое олицетворение Тринадапи. Тысячи примеров недостаточно. Кто-то может, какой-то философ, например, может что-то рассказать, например, о Гималаях, нам будет так и так рассказывать, то и все, и высокие, большие Гималаи, и находятся вот там, высоты такой, ширины такой, и прочее, может много рассказать, много слов о Гималаях, но более практичный человек, он может привести нас туда и показать, вот они, Гималаи, смотри. То есть тысячи примеров можно привести, но лучше взять практически и пойти посмотреть на Гималай. И также Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он есть олицетворение Тринадапи. Можно много говорить, но он есть картина, как сказать, такой пример. И Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж, это тоже живой пример Тринадапи. Тринадапи не значит, что нельзя говорить какие-то жесткую сиддханту, нет. Как Шрила Кешава Госвами Махарадж, он часто говорил очень жесткие слова, жесткую сиддханту, но это не значит, что у него нет тринадапи. Это далеко не так. Много раз я говорил вам, как, например, Вриндаван Дас Такур и Кришнадас Кавирадж Госвами, они пишут как бы взаимно противоречащие слова в своих книгах, то это не значит, что у них нет тринадапи. Что мы можем сказать, что Вриндаван Дас Такур, у него есть тринадапи, а у него даже это чувство тринадапи, оно больше, чем у Кришнадас Кавирадж Госвами, поскольку Кришнадас Кавирадж Госвами выражает свое смирение, но many public Popa speaking. So many people cannot understand the mood of Krishnadas Kavidas Goswami speaking. Why you are speaking about Krishnadas Kavidas Goswami? He identifies himself as the И вот кто-то может спросить, почему мы говорим о Кришнадас Кавирадж Госвами. Он говорит о себе, что он ниже, чем червь в испражнениях, а как же можем принимать его? А Шрила Прабхупад говорит, что нет, мы должны слушать его, поскольку он говорит это из-за своего смирения.
Но мы все же должны слушать, изучать его, поскольку это всего лишь выражение бхакти, поскольку бхакти – это такое сокровище, что вы хотите, это такое сокровище, что вы хотите сохранить его очень скрыто. Как бхакти, если вы получите сокровище бхакти, например, в моей жизни я видел, где я родился, то там… Very near Bhagavad Gaudiya Math. Рядом с Бхагавад Гаудия Матхом там. Actually, is some building. Какое-то здание было, хотели, как сказать, ремонт сделать. И вот они там делали ремонт, нашли семь горшков полных золотых монет и. Они жили в этом здании 25 лет, не знали, что эти золотые монеты там находятся внутри. И тут правительство пришло, все забрало, и там было около 7 или 8 горшков полных золотых монет. В общем, суть в том, что если у вас есть какое-то сокровище, настоящее бхакти, то не нужно, вы не будете там всем рассказывать, как в случае вот с этими монетами, что просто правительство придет и заберет. Вот в английском пословице такая есть, что мало зарабатывать опасно. А, не то. Да, не по-другому. То, что маленькая рыба, она, как сказать, безопасна. То есть, хотя она, эта маленькая рыба, она быстро плавает на виду везде, а большая рыба где-то внутри воды она находится и особо не высовывается. И поэтому не нужно всем выставлять на показ свою преданность. Не пытайтесь получать, стремиться к пратиште, к уважению, к почтению. Это опасно. Это все должно использоваться для гурусева. Все, что приходит ко мне, я все занимаю в служении гуру. Я, то есть все, что приходит, и сразу занимают служение, я не собираю, как сказать, не накапливаю это. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, собирать много богатства, это не наша обязанность. Шрила Прабхупад говорит, если мы будем заниматься только сбором денег, почтением и уважением, то это только проблемы принесет в нашу жизнь. То в этом случае мы не сможем должным образом выражать почтение Гуру Вайшнавам, поскольку у нас есть деньги. Есть, и мы можем возгордиться этим, это автоматически может произойти. Вот Нарада говорит, когда Налы Кувер, они совершили ошибку, они не признали этого, и тогда Нарада их проклял. Я знаю. So pure that one time they cannot arrange bread. Вот однажды я видел. One time his father cannot arrange bread. Ну какая-то бедная семья, они были очень бедны, даже там поесть один раз в день не хватало денег, но потом их этот сын. Try to do serve Guru Vaishnava. Как-то. After that millions of dollars again. Don't care who is Vaishnava. Ну и потом этот человек встретился с вайшнавами, начал практиковать и очень разбогател, стал миллионером. И впоследствии он потерял всякое уважение к гуру вайшнавам. И вот служить гуру вайшнавам всем сердцем и получать служение от гуру вайшнава – это разные вещи. То есть нельзя использовать гуру и вайшнава в, как сказать, в своих корыстных целях. Only goodwill. They are selling. Goodwill only. No material, nothing.
Only goodwill they are going to sell billions of dollars. You don't know. You take information. И вот, ну даже в материальном мире есть эти, как сказать, they are selling. So we are going to торговцы utilize the репутация, что такое, они как бы материально ничего не продают, но их, как сказать, репутация она стоит дорого. Но это не зовется настоящей сева. И вот, I like to discuss very special point. Every year you can open the internet and see so special point. Prabhupada, allow me to discuss this year also. Sometimes Guru Prabhupada can cheat me. И также Гурдефон иногда может обмануть нас, дав нам протишество. Иногда он может дать нам какие-то деньги, какое-то богатство, чтобы обмануть нас. Он, то есть если мы не искренне, естественно. И Гурдев, он всегда смотрит на нас и согласно нашим желаниям и склонностям, хотя они никогда не хотят никого обмануть, но есть особое качество в Гуру Вайшнавов, они подобны Кришне. Когда Шрила Прабхупад, он приходил 18 раз к Гоке Шодас Бабаджи Махараджа, то он сказал, что вы такой же обманщик, как Кришна, вы Кришна обманщик, а вы как бы совершаете ему баджан, и поэтому я пойду утоплюсь в Ганге. Гоки Шодас Бабаджи Махарадж сказал, что хорошо, иди, иди, я могу дать тебе дикшу. Это одна из особенностей Кришны. Если вы хотите совершать Кришна Баджан, то если вы совершаете Кришна Баджан, то Кришна хочет, как сказать, дать вам зарплату, какие-то результаты, поститесь, париграму совершать или еще что-то. Кришна хочет вас, как сказать, отблагодарить за это, но Кришна обманщик. То есть, если вы примете эти, как сказать, плоды, то, как сказать, зарплату от Кришны, то самое главное вы не получите. То есть и таким образом, то есть наши анархи только могут увеличиться. То есть Кришна может послать нам богатство, почтение, уважение и прочее. Это только будет способствовать нашему падению, но мы не должны принимать этого. То есть Гурдев может иногда ругать нас, что мы что-то неправильно делаем. Но я, например, однажды я спросил у Гурдева, что вы сказали, мы не должны то делать, но тот Махарадж делает то, что мы не должны. А Гурдев сказал, что нужно за собой следить. Сам ничего не делал, но все делает. А я... И я был очень доволен, что Гурдев мне сказал, что нужно делать. И Шрила Прабхупад говорит, слушать. То есть, если нас кто-то хвалит, особенно Гуру Вайшнава, это очень плохо, поскольку мы можем возгордиться этим. И это наша неудача будет. Гуру Махарадж говорит, если вы хотите узнать, кто есть Ачарья, кто такой Ачарья, вы должны пытаться понять жизнь, полную жизнь Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, он непрерывно говорил об этом, что если вы хотите узнать, что есть учение Шри Чайтанья Махапрабху, то можно посмотреть на жизнь Шрилы Прабхупады. Это все есть учение Шри Чайтанья Махапрабху в практической форме. То, что хотел сказать Шри Чайтанья Махапрабху, то, что он показал в своей собственной жизни, но Шрила Прабхупада даже больше, более ясно, более, как сказать, развернуто он показал это. И
И Гуру Махарадж говорил, что я никогда не мог ожидать такого великого ачарью, как Шрила Прабхупад. Он лучший из всех ачарьев во всем мире. Не было ни раньше никого, кто бы был даже подобен Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад, он был подобно бриллианту. Он был очень великой личностью. Не было никого подобного во всех других сампрадаях. Если вы совершаете баджан, то если вы будете держать в своем сердце лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Кришны, то все ваши желания, в смысле, позитивные желания в служении, даже если у вас ничего нет, то Кришна, Он исполнит. Я пример этого. Мне ничего не было, но все с Кришна так или иначе делает. Как можно совершать баджан без денег? У меня есть такой практический пример во Вриндаване. Что делать? Я не могу спорить с людьми. Я не могу. Но что делать? Куда идти? И после этого практически я увидел. Если какие-то чапати приходят от Раджаваси, я могу принять это, но я не могу забыть тот вкус, который я обрел, который Мадхава Госвами Махарадж в своем письме он написал. То, что Кришна дает нам, это находится за пределами наших ожиданий. И вот в книге о Бхакти Валакхитирти Госвами Махарадж Махараджа, я также привел этот пример. И вот Мадхава Госвами Махарадж говорит: «О, смотри, мы совершаем баджан, но Кришна уже так много послал нам, то, что это находится за пределами наших ожиданий. А если мы будем совершать настоящий баджан, что же Кришна может дать нам?» То есть Кришна может дать нам самого себя, нам. То есть Кришна может сам себя дать нам. Это и есть Сиддханта. Кришна, он может дать самого себя нам. Кришна, он хочет продать себя, что говорить. В Чайтанье Чайтамрите Шри Чайтанья Махапрабху говорил преданным, что я уже продан ему. Он может продать мне кому угодно. Это вот, к примеру, с Чайтанье Чайтамрите. Но не все могут понять настроение Гуру Вайшнавов. Это сложно, поскольку мы хотим своим умом понять. Я говорил подобно льву. Я много раз говорил, что логика, она не может стоять на пути к абсолютной истине. Логическое понимание, оно не может стоять на пути к абсолютной истине. И поэтому мы обманываемся, мы не можем. И кого же обвинять в этом? То есть, кроме нас никто не виноват, что у нас нет способности принять то, что наш Гуру хотел дать нам, но мы не можем принять всего этого. И кто же виноват в этом? Я так много вещей слышал о Шриле Прабхупаде, от Гурудева. Гурудев, он никогда не говорил о себе, он всегда говорил о Шриле Прабхупаде. Вот, и один из примеров Тринадаби, практических примеров. Однажды, достаточно давно Шрила Бхактивидьянта Мадхава Госвами Махарадж и Гуру Махарадж, они приехали с какого-то места, вот, с вокзала, они взяли такси и поехали вот на Чайтанья Гауди Матх в Калькатте. И вот этот таксист, но они, в то время правило было, надо было ездить по этому таксометру.
то есть, если это так, ну, по, за расстояние платили, если какое-то проехали определенное расстояние, вот это таксист, как бы половину проехал, говорит, ну, нужно больше заплатить, чем вот написано. Но Мадав Госвами сказал, что не будем платить, поскольку правил таких нет, вот правило платить по счетчику строго. И вот Мадав Госвами Махарадж заплатил столько, сколько нужно по счетчику, и взял багаж и ушел. Но Гуру Махарадж, он очень, ну, так сказать, и вот как Мадав Госвами Махарадж, он уже зашел в храм, и этот таксист, он что-то сказал Мадав Махараджи, какую-то, ну, как сказать, оскорбление какое-то. И Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, который никогда ни на кого не повышал голос, он крикнул на него. Что она отчитала очень громко. И Шрила Прабхупада говорит, вот это есть Тринадапи. Если вы увидите, что какой-то вайшнав, он теряет свое терпение, видя, что оскорбляет другого вайшнава, это есть настоящая Тринадапи. То есть, если у вас нет, как сказать, связи с вашим Гурудевом, если кто-то оскорбляет вашего Гурудева, вам как бы все равно. А если у вас есть связь с вашим Гурудевом, вы уже не можете просто так на это смотреть. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж стал подобен льву, его никогда в такой форме никто не видел, а поскольку этот водитель оскорбил его брата в Боге, Мадав Госвами Махараджа, то я тогда не мог понять, что к чему. И Гуру Махарадж дал мне наставление в Пуридхаме, что иди быстро, там день явления Шрилы Бхакти Дайте Мадав Госвами Махараджа, быстро иди, его мать, быстро, там Харикатха происходит, я слышал, что опубликовали жизнь описания Шрилы Бхакти Дайте Мадав Госвами Махараджа и Шрилы Пури Госвами Махараджа, просил, чтобы я принес эту книгу. So strong affinity. И я видел, какую огромную любовь, уважение он испытывал к своему брату в Боге. И вот он меня отправил туда, чтобы я принес эти книги. Он сам великий вайшнав, но он никогда не думал о себе так. Он никогда не думал о себе так. И однажды один ачарья, он живет на другом берегу реки, и он сказал однажды, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он конечно, поскольку всегда занят в арчане. И тогда, когда преданные узнали об этом, они очень оскорбились и не пошли к Гуру Махараджу, и Гуру Махарадж, он не являл лилу болезни еще, и вот они говорили, что мы были там на Харикатхе, вот тот ачарья сказал то, что вы конечно ачикари. И Гуру Махарадж засмеялся, что почему вы обеспокоены этим? Я не думал, что мне дадут такое положение, что я коништа атикарь. Я думал, у меня вообще атикара нет. Вот он говорит, что я коништа атикарь, а я думал, что у меня вообще ничего нет. То есть мы должны быть очень довольны. То есть я про себя думал, что у меня и этого нету. So many examples I can give one by one. Так много примеров можно привести его совершенного смирения. И в 97 году, на день явления Гуру Махараджа, он не мог, у него была лила болезнь, он не мог спуститься, и все преданные ждали, когда Махарадж придет, чтобы благословил
нас и сказал Харикатху. По крайней мере, мы можем увидеть его лотосные стопы, но он не смог спуститься. И в итоге все саньяси, Шрила Бхакти Лабтхирта Госвами Махарадж, Бхарати Махарадж, они все пошли в комнату Гуру Махараджа, чтобы принести ему свои поклоны. И он говорит, что вот из-за моей неудачи у меня есть возможность получить благословение всех вайшнавов, пришедших сюда. Я не могу даже спуститься вниз, чтобы получить благословение от них. Посмотрите на меня. То есть я даже не могу спуститься, чтобы получить благословение от них. Смотрите, что он говорил. Он не говорил, что я хочу благословить вас. Никогда не говорил в своей жизни. Я никогда не слышал такого от моего Гурудева. Даже какой-то ребенок пятилетний приходил в комнату ему Гурудев, он уже клонился ему. Даже не видел, кто заходил, а даже отклонился, если какой-то там. Но кто-то приходил с детьми, то есть Гурудев, если дети, как правило, первые забегали, то есть он перед тем, как ему поклониться, он сам кланялся. Никто не мог первым поклониться Шриле Пури Госвами Махараджа, он сам всегда всем первый кланялся. В начале всего, то есть нельзя перед ним было так ему поклониться. И вот сейчас я хочу привести совершенный пример Гуру Севы, насколько Гурудев говорил, что я очень удачлив. Он говорил, что я обрел лотосные стопы Шрилы Прабхупады, насколько я удачлив. И последний раз Шрила Прабхупад хотел дать саньясу Шрила Бхакти Прамодапури Госвами Махараджу Пранавананди Брамачари. Пранавананда Брамачари. И вот он хотел дать ему саньяс, но он иногда думает о своей матери, что же делать, поскольку Гуру Махарадж, он очень любил свою мать. Шрила Прабхупад сказал, что я хочу дать саньяс Пранавананде, но он всегда, но иногда думает о своей матери, что его мать беспомощна там что-то делать. Он просто сказал это. Он думал, когда же это сделать. И после этого Шрила Прабхупад отправился в Пури. Из Пури он явил болезни и Винод Бихари, Кешав Госвами Махарадж. Он сказал Шри Прабхупаде: «О, Прабхупад, вы являете лилу болезни. И что же делать? Куда же нам идти?» И Шрила Прабхупад сказал: «Смотрите, сейчас никто не может понять то, что я говорю. Никто не хочет принять мое учение, мои слова, и что толку мне находиться в этом материальном мире?» Только это он сказал. И Шрила Кешава Госвами Махарадж начал плакать. You see, nobody can understand my story anymore. Никто не может понять то, что, и принять то, что я хочу. What you saying here? Same thing, Guru Master. То, что я принес в этот мир. И также Гуру Махарадж, когда внутрь я. What you saying here? И мой Гурудев тоже сказал то же самое, что толку мне оставаться в этом мире, и он явил свою лилу болезни, но астролог, когда изучал его эту. Another 10-12 years is. Его то, что ему звезды предписано, говорил, что ему лет 10 как минимум еще жить полагается. А доктор, который проверил его здоровье, говорил, что его сердце как у 16-летнего мальчика, то есть ему еще долго еще жить осталось. И астролог тоже подтвердил. То есть как минимум еще будет лет 10 жить. Это ему уже около 100 лет было, Шри Пури Махараджу. Что все ему гарантировали, что он будет жить еще как минимум 10, а то и 20 лет.
Но Гурудев сказал, что толку мне больше находиться в этом материальном мире, смотрите, что происходит. И после этого он быстро явил лилу болезни, и в течение месяца или двух он ушел из этого мира. Then when by ambulance, когда, when we are taking Guru Maharaj, Guru Maharaj приехала скорая, однажды Guru Maharaj, он совершал киртан. Но внешне можно видеть, что он был без сознания. In Bellevue nursing home, we take there the nurse like mother, my mother. И вот мы привезли его в какую-то больницу. She is touching Guru Maharaj, giving some вот flying this that. Медсестра прикоснулась к Гуру Махараджу, а Гуру Махарадж он сказал, что всю свою жизнь никакая женщина не прикасалась ко мне. Вот сейчас это случилось, какой ужас. И вот мы также видели, что он так повторял харинам, как будто повторяет на мале. Я много раз видел это. Я никогда не видел Гурудева, чтобы он спал. То есть он, если спал, то он всегда харинам повторял. То есть он внешне как бы спал, но он повторял харинам на самом деле всю ночь. То есть внешне как бы спал, но можно было видеть, что он повторяет харинам в это время. То есть я видел это своими собственными глазами. И однажды Гурудев сказал, однажды ночью, два часа что-то случилось, он проснулся и начал беспокоиться. А там какой-то брамачари что-то не то делал ночью. И этот, этот Брамачари. У меня было служение такое, я был в комнате Гурудева, и потом позвали Брамачари, он не смог смотреть на него даже, и Гурудев спросил, что случилось, там. Не мог ничего ответить этот брамачари, но Гурудев он знал, что происходит. И в Калькутте однажды какой-то безответственный брамачари, он совершал пуджу, свечку там не так поставил, и она зажгла одежду Господа. И Пури Госвами Махарадж, он начал чувствовать что-то не то, что начал испытывать жар. И потом позвонили из Калькутты, сказали, что Брамачари служил Гирираджу и так поджег всю его одежду. After that, 3 days, Guru Maharaj. И после этого три дня Гурудев он не омывался, ничего не принимал, а не ел ничего, постился 3 дня. Many examples. И много примеров. Гуайспур one place there in. И вот Гуайспур есть такое место. Кальяни. В Кальяни. Кальяни one. Кальяни University there. Just near there. Гуайспур такая деревня. И там один Мадан Махан. Вот Мадан Махана, Гурудев есть с этим Мадан Маханом свое предыдущее ашрама. И вот Гуру Махарадж, он сказал, что Мадан Махан может говорить с вами. One day, Madan Mohan climbing on plum tree to take Mahan, rasa. Он залез на somebody дерево тала. Dead ras. That kata one nail, Madan Mohan. Yes. And deity, you can go and check up. That можно, spot is there. Ну, в общем, залез и that какой-то. That spot is there. Madan Mohan wanted to steal rasa. And he got stuck up with, you know, stick.
Анучимадха Махан залез на дерево и там за что-то зацепился, и потом след остался от этого. И этому Мадан Махану Гурудев иногда поклонялся. Но будьте внимательны, поскольку поклонение Гуру Махараджа – это не как поклонение Каништхе, а его поклонение, оно как личного спутника Кришны. Как Сакхи и Манджари, они все поклоняются, совершают арати. Гуру Махарадж совершал арчану, но арчана это не как арчана обычного преданного. Его арчана такая, как и, какую совершают личные спутники Шри Кришны. Однажды Гуру Махарадж сказал, вечером, когда он совершал пуджу, он закрыл храм и забыл накрыть Мадан Махана одеялом. Он думал о Кришне, несомненно, но по другой теме он как бы думал и забыл накрыть их одеялом. И когда он собрался спать, он думал, что он забыл, но так и не вспомнил. И когда он лег спать, он его начал страшно мерзнуть. И Мадан Махан явился к нему во сне, сказал, что ты забыл меня накрыть одеялом, и тогда он увидел, что он действительно забыл, открыл храм, увидел, что он действительно забыл, извинился, укрыл Мадан Махана одеялом и... И он перестал мерзнуть. Last time when Guru Maharaj was there with Popa, Guru Maharaj wanted to give sannyas to Guru Maharaj, but in the meantime, Popa discovered Asusta Lila. И вот когда Шрила Прабхупада хотел дать сannyas Шрила Пуригасая Махараджа, но он явил лилу болезни и ушел из этого мира. Гуру Махарадж говорит, что если мы потеряем Шрилу Прабхупаду, то мы потеряем все. И вот я написал статью вот ко дню, к столетию ухода Шрилы Пуригасая Махараджа. No. Ramdas explained, but that topic is totally different. By that time, Guru Maharaj speaking, last time, we are thinking heavily. If we are going to miss Prabhupada, what he can do? In the meantime, doctor came, critical position. Doctor saying, you will have to stay all the 24 hours. 12 hours. И вот даже когда Шрила Прабхупад являл лилу болезни, то доктор сказал, что всегда должен быть кто-то с ним все время. И вот два брамачари, у них было служение такое, пранавананда и пурнананда, и вот они находились там, и в 6 часов Парамананда Прабху пришел, и Пранавананда ушел. И постепенно он уходил и думал, если мы потеряем Шрилу Прабхупаду, что же делать? И тем временем Парамананда позвал его. О, Пранавананда, я думаю, Прабхупад ушел. Да. И они начал плакать, он прислонился к его лотосным стопам, что Шрила Прабхупад, он ушел. У меня нет времени это все более подробно объяснять в следующий раз. Но суть в чем? В том, что три дня до этого, перед тем, как Шрила Прабхупад оставил этот мир, Пранавананда Прабху, Бхакти Мадхупури Госвами Махарадж, он зашел в комнату Шрилы Прабхупады. Никого не было там в то время. Шрила Прабхупад, он лежал на кресле таком. И его
И Гурудев сел перед лотосными стопами Шрилы Прабхупады и очень медленно он взял его лотосные стопы, поместил себе на грудь. И Шрила Прабхупада открыл глаза с огромной любовью. Он посмотрел на него. Кто? О, Пранавананда. Гуру Махарадж сказал, я всю свою жизнь не мог забыть эти слова, с какой огромной любовью он произнес мое имя, насколько глубоко оно вошло в мое сердце, этот звук до сих пор в моем сердце. Я помню его, подобно эхо. Он, о, кто? Пранавананда. Он и посмотрел на меня, и этот взгляд полный любви и сострадания. Гуру Махарадж говорит, я не мог забыть его всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Я помню, какое сострадание, какая любовь была в глазах Шрилы Прабхупады. Я держал его лотосные стопы у себя на груди. И через три дня Шрила Прабхупада ушел. И Гуру Махарадж, он хотел дать мне это чувство, но я не смог получить все, что хотел дать мне Шрила Гурудев, но я не смог взять все, что он хотел мне дать, но сейчас он находится в Нитья Лиле, он видит меня, если я совершаю какую-то ошибку, то он может исправить меня. И я хочу, и моя надежда получить всю милость от моего Гурудева. Any questions? Any question? No? Speak up. You were speaking about how dangerous or how destructive it is to hear Mayavad philosophy. I would like to understand why is it so that even somebody who has strong understanding of Siddhanta and actual faith or nishtha, even such a person can lose everything by hearing this. What is the reason that this is so? Actually, the main point. I like to speak in very short. Вот вопрос в том, почему опасна майявада. Вот Махапрабху сказал, что майявади не сами по своей сути оскорбители лотосных стоп Шри Кришны. Они не верят, не хотят верить в том, что Кришна вечен, у него есть вечная форма. Они не хотят верить в это и не верят. В Чайтанья Чайтамрите говорится, что Кришна Виграха, вот эти слова говорятся. Что божество Виграха Шри Кришны, если кто-то думает, что она материальна, это очень оскорбительно. И однажды один браман, в дальнейшем, объясню, однажды один браман спросил у Чайтаньи Махапрабху, о Прабху, о Пракашананда, он три раза сказал, он не сказал Шри Кришна Чайтанья, после Чайтанья три раза повторил, твое имя и критикую тебя, но никогда не говорил Шри Кришна Чайтанья. Почему? Махапрабху сказал, поскольку они не могут имя Кришны повторить, даже они оскорбители лотосных стоп Шри Кришны. This is the topmost offense. То есть это главное из оскорблений. If you like to hear, если вы хотите слушать, so nice argument given by Mahadev Shankar. So nice argument given by Shankar, you cannot understand. You can just write. Oh, very nice argument. So appropriate. Many times I speak in Hindi, sometimes in English. You can go previous. Now in Jalandhar I speaking English. I Hindi, 10 days. There one day is Mayavad, I break. There you can get Hindi. Some devotee from your country, see, understand Hindi so much, is sending letter, Maharaj speaking this, I like to get explanation. How she understands? I understand Hindi properly.
Махарадж Аватама и Вади говорил в Джаландаре на хинди. И, но вот, в общем, суть в том, что Сиддханта Майявади, она очень опасна, и даже если этот Майявади в форме Вайшнава, бывает так много Майявади в форме Вайшнава путешествует туда-сюда, так или иначе, так много Майявади в форме Вайшнава, они встречаются также, и поэтому нужно понять, кто есть кто. If you cannot understand, если вы не сможете понять это, то я не смогу защитить вас. I cannot protect you. Also, you have your responsibility to protect yourself. Those who wanted to use Gurudev. Сами должны защищать себя. Many times I lied, много like lion I saw. Раз я говорил. I saw and speak. Don't try to get control over не пытайтесь контролировать гуру Вайшнавов. Мы много раз я говорил об этом. То есть мы должны находиться под руководством гуру Вайшнавов, а не пытаться контролировать их. То есть некоторые люди не хотят использовать гуру Вайшнавов в своих личных мотивах. Но не все, опять же, могут понять это. This offense cannot be excused. И такое оскорбление, оно не может быть прощено. Другие могут, но это нет. Понимаете? И поэтому майявади не такие оскорбители.